Боевые студенты. В прошлом году в одном из высших учебных заведений Караганды открылся военно-спортивный клуб. Организация действует при кафедре начально-военной подготовки. Сегодня члены клуба провели свое первое совещание, на котором они отчитались, что было сделано за год. Военно-спортивный клуб открыт по решению Совета и поддержке ректората Карагандинского государственного университета. За один год сделано немало, говорит председатель клуба, который, кстати, продолжает принимать новых участников. У клуба имеется утвержденная эмблема и план мероприятия, согласно которому и работают члены клуба. Мы активно участвуем во всех военно-патриотических мероприятиях. При спортивном клубе «Жасымхан» организован секции по пулевой стрельбе, дзюдо, самбо, рукопашный бой. Мероприятие военно-спортивного клуба проводится не только в масштабах университета, но и на городском уровне. Цель – воспитать в будущем поколении чувство патриотизма, что прекрасно понимает одна из участниц клуба. Я в основном люблю учиться стрельбе. В клубе много чему можно научиться помимо этого. Участвуем в разных конкурсах. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».